Ну что, все, команды перезашли, мы, соответственно, тоже переподключились. Приветствую всех еще раз, студия Игрокам ТВ, у микрофона Друка и Лига Dream Gaming против команды Vici Gaming. По составу команд. Сразу давайте пробежимся. Айо берет себе Лину, Ксинг играет на Shadow of India, на Бристлбеке играет... Зов играет на Кентавр Варранере и Демонс будет играть на Vengeful Spirit. Со стороны команды Vici Gaming, явных фаворитов этого батла. А Леон для FY супер. Забирает себе Драгонайта на мидлейн. Герокоптер будет стоять в, скорее всего, в легкой, я думаю. Да, Хао уже у нас на легкой. Айс-айс-айс на Шейкере отправляется в сложную. И Фенрир на Чене в собственном лесу. Все, схема простая, схема рабочая. Иди, отрывай лица. У команды Vici Gaming потенциал на ранний пуш и на ранние файты просто великолепен. Кулдаун, Finger of Death, Dragon Knight в своей форме, Шейкер с Эхо Слэмом и, конечно же, Чен со своими зверушками. Dream Gaming надо немножко будет подсобраться немножко и по экспириенсу, и по голде. Ну что, Хао у нас, скорее всего, забирают на ФБ. Подставился очень даже неплохо. Dream Gaming начинают с преимущества 1-0. Первый фраг у нас отъезжает для SF, что просто великолепно. Поэтому SF сейчас уже через несколько пачек, думаю, 1-2 максимум, прилетит ботл. У него есть рейсбенд, и ботл будет уже сейчас. То есть преимущество в один артефакт над Драгонайтом будет по факту. У Драгонайта ничего пока нет, надо хотя бы пару крипов здесь забрать, и тогда батла полетит у нас суперу. Ну, у Ксинга получше. Дела еще бы, они были не получше. ФБ, куча деньжищ. По нетворсу сразу же 1200 для СФ. Так, Лина в это время забирает у нас Фенрира на Чене. Ну и за Демонсом дальше выдвигается здесь Хао. Пока что ничего не качал. Демонс без ТПшки. Ну, он примерно понимает, что ему здесь умирать, как я, ну, насколько мне видится. Да, пока у одного и у второго. Ну и все. Хао просто через рокет-бараш разваливает у нас Лину. Счет становится 2-1. В это время на мидлейне ДК забирают у нас еще раз. Айо поучаствовал в файте. И СФ забирает второй фраг. После батла уже 300. Даже 325 у нас для СФ. Начало от команды Dream Gaming многообещающее. 1000 плюс по золоту, по экспириенсу пока мало. Ну, это первые минуты. Понимаете, что тут даже за убийство героев дают ничтожное количество экспы. FY в это время у нас фармит. Хао развлекался по лесу. Хао пока что первый левел только. Даже удивительно, у FY уже третий левел. Надо уходить Хао и фармить отсюда. Не Леон же у нас будет в лейте разваливать с руки. Прошу заметить, Лина убила Фенрира на Чене. Вторая сверху строчка, левая часть экрана. Отправляйся в бан, мой друг. Ну что, на сложный Бристлбек уже 4-0. По чуть-чуть подходил к крипам. Да, он уступает тому же FY по XP. FY, правда, замер на третьем месте. FY ждет свою жертву. Жертва его — это курьер команды Vici Gaming. Курьера надо поберечь здесь. FY не простит. Курьера отправляют через лес. Наученные ребята. Вот они. Вот они, серьезные оппоненты. Ну и FY пошел через мидлейн. Я так понимаю, показался даже внешне. Поэтому курьера рядом с собой держит у нас Shadow Fiend. Ждет, когда уйдет отсюда наглый FY. Бедняжка-курьер скачет на единороге у нас паренек и в ус вообще не дует. Что за опасность? Такая милота. 3-1 счет. По золоту Dream Gaming по-прежнему впереди. По XP уже сравнялись, уже в ноль вышли. На сложной линии по-прежнему без фрагов игроки команды Dream Gaming. Тут не умирал Бристлбек, это уже безусловный плюс.
Ну и Брист опять же поучаствовал у нас в убийстве на первом левеле Хау. Герокоптер по-прежнему со счетом с одной смертью, точнее одним киллом. Герокоптер у нас маловато нафармил, как для четвертой минуты. Ну и стоит заметить, что Хау у нас с линии перетягивался в лес. Тут гонялся за Вингой, Вингу раскрошил, но при этом потерял время на фарм. Потерял крипов, потерял золото, экспу. Только сейчас выходит ближе к пятому левелу. На мидлейне SF в это время пятый уже есть. У Супера тоже пятый с копейками. Ну и Брист у нас отвалился сложный, как я понимаю. Брист у нас бегает по вражескому лесу в инвизе. Находится он. В соло врываться есть, конечно, вариант, но очень даже... вариант очень даже сомнительный. То есть можно попробовать развалить здесь Хао. С другой стороны, в соло от Рокет Баража можно и сгореть самому. Плюс FY недалеко. Не имеет представления команда Dream Gaming о том, где находится ли он. Так что сильно не побыкуешь. Брист просто получает экспу, пока его не видят, пока его не трогают, не харасят. Уже здесь FY. Уже Леон пошел настреливать по Бристлбеку. На мидлейне. SF 6 и Супер почти 6. После этой пачки крипов возьмет себе драгонформу, уже будет покрепче. На легкой линии в это время со стороны команды Dream Gaming. Зов на Кентаврия. 28 на 10 по крипстату. 34 на 0 у Чена, 28 на 8 у SF. По фарму Dream Gaming очень даже неплохо смотрится. Чен, правда, 35 на 0, но лесные крипы не будем забывать. Хотя и по нетворсу, по-моему, Чен очень даже неплохо себя чувствует. Пятый нетворс на карте. Первый, в свою очередь, у нас у SF. 3000 и 2600 для Хао на герокоптере. Но FY не слазит здесь с Бристлбека, не дает возможность вообще подойти к крипам. Подкоп, монодрейн. Подкоп, монодрейн, Брист в итоге остается толком и без квиллспреев, только на один здесь хватает. Ну, ботл уже ботл надо юзать. Айс-айс-айс перетягивается со сложной сюда. Пятый левел айс-айс-айс, Бриста увидел. Пошел у нас файт, скорее всего. Ну что, пошла фиссура у нас. Ой, какая неудачная фиссура от Айса, хотя здесь уже есть тролль. Тролли, сова и супер юзает здесь драгонформу, развалили Бристлбека. Vici Gaming 3-2 проигрывают, но начинают активную фазу игры. Фенрир уже с крипами, есть кентавр, есть сова, есть тролль. Все тут с аурами, все в порядке. Дополнительная броня вам, пожалуйста. Используйте с умом. Поднял скелетон варьера в тролль, ну все, бедный тавр. Скелетон и тавр просто унижают. Всех унижают на карте скелетоны. 24 дэмэджа, 250 хп, 1 дефа. Жесть просто, они не мобы. Я думаю, что их надо запретить в доте. Странно, почему не пофиксили до сих пор их. SF уже 7-й, с половиной у Драгонайта за счет того, что супер уходил у нас с линии, только-только 7-й набирается. Зов уже с транквилами, 15 сотен уже есть на руках. Скоро появится даггер, до даггера остается 750. УДК в курьере. Сейчас посмотрим, может быть что-то и летит. Нет, ничего для него нет. У него просто 320 на руках. Есть Power Threads, есть ботл. 29 на 3. Крипстат не лучший. Тут у SF 51 на 10. 42 на 13 у нас у Зова. Хао тоже 40 на 8. Пятый крипстат на карте. Далековато у нас Драгонайт по фарму. На нижнем лайне Шейкер 14 на 2. Но есть шестой левел для Айсисайса. Кто это с ним бегает? Что это такое? Что это за хрень? Откуда? Что это? Это Шейкер с пэтом? Это откуда? Это как я пропустил? У Шейкера есть свой пэт. Первый раз вижу. Давно ли такое чудо появилось в доте? Имморталовский пэт. Можно будет передать. Я так понимаю, это, скорее всего, компендиумовская штука. Понабирали себе. У кентавра хоть пэта нет своего? Это вообще смешно было. Или у Винги, например. Нет, нету. Но у Шейкера есть. Бегает броненосец с Шейкером. Напрягает всю команду. Хоть бы посмотреть на него поближе. Катается. Ой.
Какая радость. Эхо слэм пошел от Айса и Сайса, зоба фиссурой закрывает, ну и что, и отходит, и манго съедай быстрее, и сразу же еще одной фиссурой наказывай зоба. Ну ждет у нас шейкер, так, в итоге юзает стомпит, просто убежать под собственный тауэр, здесь уже сбоку заходит гирокоптер, колдаун есть у Хао. Знают где зов, поэтому можно и попытаться в него ворваться, зов приобретает себе даггер. Приобретает даггер на базе, потому что выйти отсюда живым шансов для него не так уж и много, и он это прекрасно понимает. Супер, решил подтанковать, может себе позволить. Ну и все, с толпой ребят заходят у нас под Т1 по низу. Колдаун пошел в СФ, а еще один удар колдауна, и СФ развалился. Здесь развалили у нас Вингу все, кого привел с собой Чен. Пока что минус 2 делает команда Вичи Гейминг. На лох ХП Бристлбэк. Брист в таверну и Айо в таверну. 4 в 0. Кто тут просел по ХП? Только Хао. Ну, в принципе, это не критично. Куча здесь сумонов рядом из леса танковать. Есть кому тавер, скорее всего, заберут еще и Т1. По итогу этого файта 2000 поднимает Вичи Гейминг по золоту и по XP еще и больше. Мне троих показало. Там 4 килла. 4 в 0. Простенько, со вкусом. 2000 по голде теперь впереди, 4 по XP. Ну, так, по голде 3000 уже Вичи Гейминг, по экспириенсу 4,5 тоже для них. 11 минута у нас идет на данный момент, ну давайте по артефактам пробежимся. Свинги начинать нет смысла, она тут вообще без ничего. Лина в это время приобретает себе фейсбуцы, больше у Айо ничего интересного нет. СФ уже с хедреской, баклером и рецепт на мех улетит в курьере. Так, ловит его Айс Айс Айс, фиссура пошла под коп от ФВАЯ. Ну, здесь СФа не отпустят. Это понятное дело. Леон забирает второй фраг для себя. У Чена в это время уже есть баклер Хедреска, есть рецепт на меку, точнее деньги на него. Мека для Фенрира готова. Конечно, Вичи Гейминг по фарму тут чудеса какие-то творят. Вроде проседали, но опять же вроде. Это до поры до времени. Той поры, когда Чен сможет себе нормальный стак крипов забрать. Пожалуйста, 4 крипа, все очень сильные, все серьезные. Глиняный голем есть, я так понимаю, сбивать, если что, какой-то каст или, например, тот же ТП сбивать. Не очень серьезный стан, все-таки стан на 0,6 секунд, но это в любом случае стан. Поэтому вещь полезная. Кентавр есть, есть тролль, есть собака на дэмэдж. Самого Фенрира... Так, Vengeful Spirit у нас в это время забирает шейкера. У самого Фенрира уже есть мека, уже есть аркан буцы. Я думаю, в скором времени появится Guardian Griffs. И там будем смотреть на суперсаппорта Чена, который спасать будет всех в любой ситуации. У гирокоптера появляется Drum of Endurance, есть Face Boots, есть Ring of Aquila. Смело можно Хао выходить либо в Доминатор, либо в БКБ. Я по этой ситуации думаю, можно даже сразу в Доминатор идти, повышать себе дэмэдж. Это не так дорого. Но при этом полезно для гирокоптера. Какой-то бёрст Dream Gaming толком и не нанесет. Но, с другой стороны, есть здесь Лина, которая рано или поздно возьмет 6-й левел уже, в принципе, сейчас. И первая цель для нее, скорее всего, будет Гира. Все-таки он сам по себе парень очень неприятный. Вот. Поэтому БКБ можно собирать. Когда у Лины появится Аганим, неизвестно. А её в роли саппорта, поэтому быстрый посох здесь не вынести. Скипетр, точнее. Так, мы видели, ну и ДК последний наш подопытный. Power Threads у него есть, Брасер есть и Ботл тоже имеется. 950 на руках, тоже здесь надо выходить либо в БКБ, либо в доме. Кулдаун просто зря провязал здесь Хау и без него разобрались с Бристлбеком. В таверну он отправился. В это время у нас, правда, FY забрали на нижнем лайне. Кентавр здесь помог, по-моему, он и забрал фраг. У Зова 1 на 0, да, по-моему, Кент там забрал фраг.
Угу, так и есть. Леон отъехал для Кентавра. В это время Т2 падает по топ-лейну команды Dream Gaming. Ну и Vici Gaming по золоту уже выигрывают 5 с копейками. По экспириенсу тоже пятерка для Vici Gaming. Всего предостаточно. Дэмэджа много-много под сейва. Мана не заканчивается, ХП не заканчивается. Всего более чем надо. Эхо слэм от Айса. Вингу развалили. Дальше за СФом. СФ старается сделать ТП-аут, ну и улетает. И хватило времени. СФ у нас улетает на базу. По нетворсу, по крипстату СФ у нас на первом месте. 110 на 11. По нетворсу тоже продолжает занимать лидирующую позицию. 6500 для него. Но при этом 6300 у Герокоптера. Совсем немного остается. Ну и 6300 почти у Супера. Винга приобретает себе медальонов Кураж. Ну и Огр Клаб уже приобретает себе ДК. Готовится выйти в БКБ. Смотрим на Герокоптера. У Герокоптера 1800 на руках. Ничего Хау не покупал. А для ДК уже в курьере летит Митрилхаммер. То есть Суперу совсем немножко остается нафармить на рецепт БКБ. Так, Лина у нас разваливает Герокоптера. Вот, пожалуйста, только есть... Только появляется ульт, сразу надо впихнуть его Герокоптеру под хвост. По итогу файта за одного Герокоптера 894 золота и 1300 экспириенс. Дороговато, как по мне. Фенрира здесь гонят, Стомпи провязал Кентавр, ну и помогающая фиссура от Айса. Фенриру здесь сильно досталось, но в итоге остался живым. По нижнему лайну движется команда Vici Gaming, но здесь уже вчетвером Dream Gaming. Не считая Бристлбека, все здесь, все готовы файтиться за Т2. FY в очень удачной позиции. Даггер у него есть, можно ворваться в спину и всех здесь развалить. FY не врывается. Все, подошел FY. Хекс по СФу. И демонца подкопали. Ну и ловит у нас СФ. Один кулдаун. Дальше Хау через Рокет Бараш. Минус 2 делает команда Vici Gaming. Разваливает также Бристлбека. Уходит отсюда на лоу ХП Лина. Ну и Кентавр тоже на лоу ХП уже под собственным фонтаном. Vici Gaming почти фуловые. В принципе, есть мека. Да, она не может сейчас подхилить. Кулдаун 15 секунд. Но с другой стороны, восстановление ХП достаточно мощное. У всех и каждого. Поэтому не проблема здесь даже просто так находиться. У всех 5,8 минимум. Так, у нас пошел Хекс в Зова. Сразу же Флая отправили на место. Здесь Лина тоже прощать не будет. 7-12. Первая попытка захода на хайграунд не очень оказалась. Но только потому, что Флай у нас, по-моему, перебыковал слишком. Эхо слэм от Шейкера. И на базу его отправляет, пытался точнее отправить Чен. Даблкил делает Лина в этом файте. Шейкер тут сорвиголова, решил ворваться в толпу. Так, разворот у нас от команды Vici Gaming. Колдаун от Хау, один заряд по линии, все остальные разбежались. Какой Чен веселый. Поставил сову быстро туда. Давать торнадо в наступающих врагов. Все, сову убили. 7500 Vici Gaming по золоту и 6000 по экспириенсу тоже Vici Gaming. На мидлейн выходит команда Vici Gaming. Супер, впитывает в себя дэмэдж. Впились все в Хао. Хао на лоу ХП. Кулдаун себе под ноги, юзает стики. Ну и Зов здесь, скорее всего, развалится. Да, Хао в итоге у нас выживает. И Unstoppable для Супера. Даблкил в этом файте. Минус 3 делает команда Vici Gaming. Зарабатывает кучу дэмэджа, кучу экспы. 1600 золота и 2900 экспириенса. Ну и Dream Gaming здесь непонятно, что уже может спасти. Лейта у них относительная. Бристлбэк, Кентавр и Шадоуфинт. Шадоуфинт вообще не лейт, как по мне.
То есть в глубочайшем лейте SF сам по себе никакой просто. Против любого другого лейта известного, того же гирокоптера, это не лейт вообще. К сожалению. Тем более тот SF, которого сейчас у нас профессиональные команды показывают. Это тебе, пожалуйста, БКБ, Юл, Дагер. То есть дэмэджа с руки немного, на мидгейме это более чем предостаточно, а где-то выйти в лейт, там просто места не остается, да и места, не только места. Фарма не хватает для серьезных каких-то 6 слотов. А если есть 6 слотов, но против тебя хороший керри с 6 слотами, например, например, та же темпларка или антимаг или воид, SF, конечно, по-любому отъезжает. Вичи гейминг отвалились пятером, 3 уже вернулось. Ждем следующих. И посмотрим, что у кого да как. Dragon Knight приносит себе БКБ уже. У Хао на гирокоптере. Есть Metril Hammer, 1800 на руках. Больше ничего не подключал. Так, у Vici Gaming в клубе время закончилось, как я понимаю. Пока доплатят, ждем. Это запрос в менеджмент. Запрос в Valve. Как мы должны играть на International, если нам не оплачивают клубное время. Есть Dagger у Шейкера, есть Soul Ring, Tranquil Boots у Чена, в свою очередь. Guardian Griffs, наверное, попозже появится. Point Booster для Чена есть уже, готовится выйти в Ваганим, 2500 остается. Ксингу остается 1300 до появления Metril Hammer. Пока что по времени, по таймингу SF не очень, не блещет. Серьезных артефактов до сих пор нет, хотя идет 20-я минута. Мека мекой. Но эта мека, в принципе, минуте на 7-й должна была появиться, а дальше должно быть все посерьезней у SF. Но, видим, 2-3-2 счет. О какой серьезности может идти речь? Его по фарму уже обогнал здесь Dragon Knight. Нетворс у Супера 9400. На руках уже 2250. Вот ничего не понимаю, что они пишут. Г понятно, бум понятно, Г понятно. Но это что это? Демонса развалили. 8-16. Но это неудивительно. Если кто-то из состава команды Dream Gaming отправляется у нас на вражескую половину, он там остается. Собственно, ну, как бы что тут еще объяснять? Если вы проигрываете, куда лезть? Зачем лезть на вражескую половину? Что там делать? Вот тот же Bristol Back. Пошел на эншентов абсолютно в соло. Вся команда терпит. Они за 20 минут натерпели уже 10 тысяч по золоту и 8 тысяч по экспириенсу. При этом тот же Брист позволяет себе абсолютно в соло выйти пофармить эншентов. Получается какой-то разброд абсолютно по лайнам, по всей карте. Винга, которая во вражеском лесу находится, непонятно вообще зачем. Зарику Винге вообще запрещено выходить. У нее счет 1-6. Ей с хайграунда спускаться страшно должно быть. Нет, Демонс пошел фармить вражеский лес. Ну, это у него на совести. Команда Vici Gaming готовится наступать. В принципе, перефармили. Все относительно неплохо. 13-й левел Dragon Knight. Колдаун по двоим. Свап у нас от Винги, но свап, в принципе, бесполезный. Два удара колдауна в любом случае в Зова. Еще и Finger of Death от FY. Минус 2 делает команда Vici Gaming. Дабл килл от Супера. У Dragon Knight Godlike 9-1-5. Супера уже ничего волновать в этой катке не должно. Доминатор разве что себе купить. Просто чтобы никогда не умирать. И файтится. У него хорошо получается. Команда тащит, он тащит. Все тащат у Шейкера, броненосец за ним бегает. Куда ты спрятался? Вот он, за деревом. Жалко, что их выделять нельзя. Я представляю, как я залип бы минут на 40. Ладно, у нас заход на хайграунд. Броненосец потом. Ну и опять отваливается команда Vici Gaming. Где ты? Где Шейкер?
Шейкер здесь и рядом с ним Друганова. Ну что, вот он, давайте смотреть. Это, конечно, не Хаски. ЦМовский, но, тем не менее, и то неплохо. Да, гоу. Красавчик, отжал. Ну что, супер, по-прежнему у нас на подходе к хайграунду. Демон с на лоу хп, супер настреливает по нему. БКБ вязает Драгонайт, и Драгонайт без формы. В инвиз уходит у нас ДК, по-быстрому валить отсюда. Пошел вард от... еще один вард под ноги супер. Супер юзает стики. Надо отпиваться батлом. Ну и задули у нас. Супера-супера развалили. FY подставиться решил. FY отпрыгивает у нас назад. До него не добрались Зов, и не добрался до него Бристлбэк. Ну, цеплять мог, в принципе, Кентавр, да. Ну и Брист здесь понаплевывать смог бы. Вообще, я смотрю, лаги не только у нас у китайских коллективов. Что-то то ли с Дотой, то ли с чем-то. У меня тоже какие-то траблы. Хотя проблем с интернетом, по сути, быть не должно и не может быть. Тьфу-тьфу-тьфу. Втроем игроки команды Vici Gaming на топ-лейне. Получится ли здесь Демонса поймать? Пытаются. Так, сетку получает Демонс. Айс-айс-айс. Еще и отличная фиссура. Фиссура продолжает у нас работать. Ну, Демонса развалят в итоге. Finger of Death от FY. Понял, что сильно долго пилили. У нас Вингу. Так быть не должно. Винга самая архетичная в своей команде. А мы так много времени на нее тратим. Ну и быстренько на нервишках тут Finger of Death запульнул в нее. Кстати, как получить этого питомца? Ребята, как получить этого питомца? Это компендиум, это левел компендиума необходимо брать, чтобы питомец капнул. Или от призовых зависит и от купленных билетов. Потому что если все зависит от купленных билетов, то получается у меня и есть такой питомец. Потому что он появляется у всех абсолютно, у кого есть компендиум. Насколько я помню, если схема прошлого года работает. Тогда надо больше в доту всем играть. Нет, когда покупаешь компендиум, дают имморталовскую шмотку одну и что-то еще, но там ничего общего с пэтами не имеет покупка. У меня компендиум первого левела, еще ни разу не сыгранный. И у меня никаких питомцев нет, к сожалению. Меньше комментируй, больше играй. Vici Gaming до сих пор не пошли еще на хайграунд. Им и так нравится внизу все. Поэтому они... топчутся во вражеском лесу. Какая забавная животинушка. Он ныряет под воду. Обтрушивается ли как ЦМовский пэт? Нет, этому фиолетовый этот воду любит. А ЦМовский пэт выходит у нас на сушу еще и обтрушивается. Класс, очень крутая штука. Нырнул, вынырнул. Шикарно. В это время команда Dream Gaming по Т1. Vici Gaming на топе. Должны забирать, пачка крипов есть. Кентавр танкует. Кстати, у Кентавра ничего интересного до сих пор не появилось. Огр Клаб есть, Клака есть и
И в принципе все, Blink Dagger и Tranquil Butsy, ну это смешно на 26-й-то минуте. Vici Gaming 14 по золоту, по экспириенсу 12 тысяч тоже в их пользу. Синг на SF'е. По топу двигается. БКБ у него имеется, Blink Dagger есть, Мека есть. Хотя дэмэдж с руки... ну, на дэмэдж с руки ничего нет, но при этом 200 уже Ксинг наваливает. В это время по низу идет команда Vici Gaming. Ну и могут себе позволить. Ну, Каспер, красавчик, конечно, покупать книжки 50-го левела. 26 баксов стоит книженция 50-го левела. Поэтому пусть покупает. Ну что, пошел файт у нас на хайграунде. Супер. Тут оверфармд, поэтому он может стоять и не бояться никого. Колдаун ему под ноги. Фенрира, скорее всего, заберут. Пока что драка один в один. Хао юзает БКБ. Эхо слэм от Шейкера. СФ развалили. Дальше за Бристлбэком. СФ сразу же байбекается. Милишный барак только Хао по чуть-чуть подпиливает. Стан пошел от Супера. Скорее всего, Ксинга здесь развалят. Айс-айс-айс. Фиссура, тотем. Нет больше Shadow Fiend'а. Я думаю, что в принципе это ГГ, но Dream Gaming еще побарахтается немножко. Ну, до еще одного фрага разве что. Не могут подойти, не получается. Вообще по пику они немного странно смотрятся на самом деле. Чем цеплять, кто должен был убивать, как вырезать игроков команды Vici Gaming, непонятно. Да, Фенрира убили, но это Чен. Еще бы Чена у нас не убивали, это вообще смешно было. Guardian Griffs есть все-таки у Чена. Остается 750 до появления Аганима. У Леона Glimmer Cape имеется из новенького. У Dragon Knight'а я уже видел Silver Edge имеется. Так что ДК у нас очень даже серьезный парень. Тут навьем закупились почти все. Герокоптер, правда, без навья. Ну а что герокоптеру приобретать? Вот эту штуку Муншард. Просто приобретать и съедать ее. Возможно, появится, но, наверное, попозже. Первого левела компендиум стоит $10. Ну, стандартная цена от Valve 9.99. А 50-го левела 26 баксов. Супер! Юзает БКБ против Зова, ну и Кентавр просто мрет от Супера, иначе не скажешь. Теперь переключается на Демонса, стан от Супера, Демонс умирает. Лайтстрайкеры под ноги не попадают у нас, в итоге Лина Лайтстрайкеры. Ну, у Лины куча здесь мувспида, поэтому никак не догнать Суперу даже под Silver Edge, под Shadow Blade Dom, Shadow Walk. СФ убивают в собственном лесу. Два саппорта. Правда, саппортов с хорошим дэмэджем. Два. Вот. Но при этом Эхо Слэм Шейкера не потратили. Зато потратили Finger of Death от Леона. Ну, это такое. Это уже издевка. 22 тысячи по золоту и 20 тысяч по экспириенсу. В принципе, команда Vici Gaming играется со своими оппонентами. Ну и доигрались, наконец-то. 30 минут хватило команде Vici Gaming, чтобы развалить командный дух и надежда на победу команды Dream Gaming. ДГ отправятся у нас подумать перед второй каткой. Мы с вами услышимся через, думаю, 3-4 минуты. Вообще у нас китайцы ребята очень даже пунктуальные. И Кентавр горюет, стоит. Стоит, горюет, бьет топором по земле. Так расстроился. Ни пэта нет, ни победы. Да, услышимся через 3-4 минуты. Не забывайте подписываться на наш Twitch. Заходите в группу ВКонтакте, она прямо под Twitch'ом. Twitter и YouTube, все это тоже под Twitch'ом. Будем рады вас там наблюдать. Это студия Игрокам ТВ, у микрофона друг. Услышимся через 3-4 минуты.